Здрасте, здрасте. Тема про образование страшно мне близко, и я попробую про нее поговорить, но на самом деле про образование говорить очень сложно. Тут есть две большие причины. Во-первых, ничего не показать нормально картинками, а мне это очень тяжело. А с другой стороны, очень много слов про образование сказано всеми, и в принципе вот как бы масса того, что наговорено, уже очень-очень велика. И вот с этим сталкиваются. Я-то со всем этим знаком по касательной, и мне-то еще ничего. А вот люди, которые этим там серьезно занимаются, вот есть ребята в Москве, Вова Синельников и Наталья Чеботарь, которые делают порталы EduTainMe, и в какой-то момент они просто уже произвели такое количество слов, размышлений и теорий на эту тему, что сделали конференцию EdCrunch в Москве, которая тоже немножко прояснила, но в принципе уже всем понятно, что наработана огромная масса всяких смыслов, слов и подходов ко всему этому, а собственно уже самого нового образования еще никто не видит, и только какие-то маленькие наметки вокруг нас появляются. И собственно вот я попробую для вас немножко суммировать вот всю ту массу разговоров, которая была проведена, просто чтобы вам не копаться сквозь все это, чтобы немножко выжить, как сейчас, кажется, может выглядеть образовательная среда и как, в принципе, может быть устроено образование в 21 веке. Конечно, никто об этом на самом деле ничего не знает, но я хоть немножко попробую для вас сформулировать, а во второй части я чуть-чуть расскажу о том, о собственно, своем подходе ко всяким образовательным штукам, потому что это все довольно близкая мне тема. Большое количество вещей, которые я буду говорить, на самом деле являются логическими ошибками. Сейчас я объясню, почему. А при этом у меня 25 минут, да, надо... Во сколько нам надо закончить? Окей. Так вот, логическими ошибками. Почему? Это очень часто видно, знаете, какой-нибудь коучинг проводится, и какой-нибудь классный чувак, бизнес-тренер рассказывает, что вот, знаете, компания, она как роща в лесу, и вот если как бы передние деревья гнутся, то ничего нормально работать не будет. Я сейчас абстрактно говорю. Вот это называется ошибка мышления по аналогии, потому что не очень понятно, почему вдруг роща похожа на компанию. Ну, то есть, действительно, пока ты говоришь, это может быть понятно, а на самом деле никакой общности между рощей и компанией нету, и ты просто привел это за уши, откуда-то прицепив. Вот у меня будет много такого, я буду говорить, в каком моменте, собственно, я буду сам не прав. Но без этого очень тяжело, потому что... я недавно где-то вычитал очень хорошую цитату про специализацию, которая очень много чего для меня объясняет, но я забыл, чья она. А так как я человек не из академической среды, то у меня нет привычки правильно подписывать цитаты. И цитата была такая, что специализация нам, в принципе, нужна для того, чтобы весь масштаб знаний, который находится вокруг нас, сузить до такого количества, с которым, в принципе, можно работать. Потому что изначально как бы, количество знаний вокруг нас рассыпано такое большое, что работать с ним физически невозможно. Это просто невозможно посчитать. Тут столько данных и столько информации, что ты не знаешь, что с ними делать. И специализация – это такой очень хороший способ вот это огромное месиво сделать хоть немножко операбельным, чтобы над ним можно было хоть немножко работать. И вот то же самое эти модели нужны. Они нужны… У меня в голове для каждой вещи есть модель. И вот эти модели нужны для того, чтобы хоть немножко сузить как бы, поле интерпретации, потому что понятно, что любая из них не точна, и любая из них неполно все это объясняет, но что поделать. Вот первая история, которая мне очень нравится, это… Два подхода к химии, и я потом расскажу, какое это имеет отношение к образованию, хотя на самом деле, может, никакого не имеет. История такая. Вот если мы себе представим, немножко светит в глаза, я здесь буду стоять. О. Когда мы представим себе химическую лабораторию, она выглядит так, абстрактно. Это такая полка, на которой стоят стеклянные баночки, в которых лежат какие-то реагенты. А есть какая-то большая баночка, где все эти реагенты смешиваются. И это вот так вот выглядит наша химия. У тебя есть разрозненные вещества в баночках, и где-то ты их всех вместе смешиваешь. Это химия лабораторная. Страшно упрощая. Химия клетки выглядит по-другому. Там все вещества изначально в одном бульоне плавают. Там нет никаких разных баночек. Это опять же, если сильно упрощать. А все их реакции происходят просто потому, что туда закидывается правильный катализатор реакции. То есть у тебя уже все смешано в одном бульоне, и в зависимости от того, какой катализатор туда закидываешь, какая-то реакция происходит. Вот подход лабораторный, это, мне кажется, то, что в первую очередь меня всегда не устраивало в нашем образовании, а именно дикая атомизация всего этого, всех этих вещей и друг от друга, и от реальной жизни. То есть как бы
Есть баночка с химией, есть баночка с физикой, есть баночка с биологией. Не дай бог, они где-нибудь пересекутся. Это, не, это разные миры. Вот химия — это про, про хлоргидрид, а биология — это про вакуоли. И не дай бог подумать, что в вакуолях есть какое-нибудь соединение из химии. И вот этот подход, страшно разрозненный, приводит к большому количеству, как мне кажется, не очень приятных последствий, одно из которых — дикая оторванность от жизни, и которая лишает человека возможности использовать свои естественные механизмы любопытства, чтобы получать информацию. Мы чуть про них скажем. Приведу сразу пример, как это делается. Есть такая классная компания Ньютон, которая занимается анализом большого количества данных на самом деле и строит онтологии или строит графы по большому количеству данных. Но не, так, не в том хитрость. Эта компания вместе с другими всякими участниками рынка образования очень правильно просто сформулировала одну важную вещь, что самое важное в нынешнем образовании — это его страшное членение на отдельные кусочки и потом пересобирание. То есть вот хитрость образования, как кажется, которую нужно делать, в том, что маршрут для каждого из людей, которые этим, в это в образование входят, будет индивидуальный. И именно всякие логические компании будут выбирать, какой маршрут тебе предоставить. То есть хитрость в том, что это, собственно, первый раз, когда такая технология доступна в массовой штуке, потому что у нас раньше было два подхода. Либо ты делаешь стандарты в образовании, что, конечно же, важно, и у тебя как бы есть одна магистральная дорога, по которой все идут, а потом есть какие-то дикие талантливые преподаватели, которые свои маленькие группы дико талантливых учеников направляют по каким-то собственным индивидуальным дорогам, но вот эту систему, когда есть талантливый преподаватель и вокруг него группа талантливых учеников, невозможно масштабировать. У тебя не может быть на 200 тысяч дико талантливых преподавателей. Поэтому вот сейчас впервые, кажется, появилась ситуация, когда это можно заменять машинами. Что она делает? Во-первых, вся, как бы, Ньютон занимается технологическим обеспечением и вот построением всяких этих онтологий для образовательных сред. А образовательная среда — это в чем вся хитрость? Сейчас мы вернемся к Ньютону. Образовательная среда — это вообще очень важная штука, про которую сейчас все говорят, и это очень правильный переход, потому что раньше все говорили, вот я сейчас помню, когда я увлекся этой темой, года 4 назад, наверное, все говорили про цифровые учебники. И сейчас как про цифровые учебники не говорит никто и кажется абсолютно прав, потому что цифровой учебник — это была какая-то такая переходная фаза. Вот у нас есть учебник на столе, и это, конечно, немыслимый архаизм, потому что я слабо себе представляю, как современный школьник приходит в школу и открывает учебник, в котором, не знаю, нету поиска, нельзя лайкнуть картинку. Ну, это какая-то ужасно, ужасно неприятная технология старинная. Знаешь, у тебя 700-страничный учебник, тебе нужно фамилию найти, и ты там листаешь. Ну, он не знаком с таким миром. И раньше думали, что вот у тебя есть iPad под мышкой, и ты можешь учебник перетащить в iPad, сделать в нем поиск и видео добавить, и все, и это есть новое образование. И, конечно, к счастью, поняли, что это совсем не так, потому что, ну, это просто оцифровывание учебника. И вот, кажется, вершиной всего этого стало опубликование семитомного, чуть ли не семитомного, да, Life on Earth, которую сделал Ио Уилсон. А Ио Уилсон — это такой страшно заслуженный биолог, он специалист по муравьям. Он прям такого совсем легендарного статуса, типа Докинс, только в прошлом поколении. Он прям очень известный. У него есть свой фонд, который называется Wilson Foundation. И вот они 4 года делали учебник. Сделали абсолютно гениальный учебник. Он сделан для iBooks, он распространяется бесплатно, и он, ну, если его напечатать, он, наверное, будет вот такой томиной. Это как бы огромная книжная полка на самом деле. И это абсолютно гениальный учебник, но вот это, кажется, вершина старой технологии, до которой выше которой уже не прыгнуть. Она прям совсем хороша, но тут есть одна большая проблема или задача, или сдвиг взгляда, который очень хорошо, что произошел. Потому что
Сейчас на все эти истории смотришь, что вот этот образовательный, собственно, учебник, который у нас есть, это такой маленький-маленький кусочек всей среды, потому что помимо того, чтобы просто дать тебе знания, тебя нужно замотивировать, тебя нужно поместить в среду, тебе нужно дать возможность общаться с другими участниками процесса, тебе нужно сделать какое-то расписание или маршрут, по которому ты будешь двигаться. И вот эти все вещи ничуть не менее важны, чем, собственно, само содержание, которое перед нами выкладывается. И, собственно, кажется, что главный сдвиг в представлении во всем этом произошел именно, что раньше казалось, вот ты сделал гениальный учебник, положи его перед человеком на стол, и все, пускай он читает, все, задача выполнена. А сейчас, к счастью, это все смещается в ситуацию, когда, окей, у нас есть учебник, как нужно сделать среду вокруг этого учебника, чтобы люди начали им пользоваться. Там, не знаю, какая-нибудь геймификация уже у всех в зубах застряла, но уже невозможно про нее бесконечно говорить. Но, в принципе, это вот все про это, о том, как именно должна быть устроена среда вокруг учебника, чтобы это все работало. И, собственно, Ньютон так и делает. Что они делают? У нас есть какой-нибудь там Стэнфорд, у которого есть куча разных образовательных блоков. И они каждый блок бьют на крошечные кусочки, то есть, условно, кусочка размера урока. Вот у тебя есть математика, и математика — это как бы не курс, а это набор маленьких уроков. И для каждого человека, в зависимости от скорости, с которой он движется, и в зависимости от того, как из его интересов, строится собственный маршрут по этим блокам, который должен привести его к какому-то результату. И вот такой подход важен вот почему. Потому что, на самом деле, есть такая классная книжка, которая называется «Why Children Hate School», где очень-очень-очень подробно и длинно рассказывается, почему же все-таки дети ненавидят школу, потому что, мне кажется, большинство детей ненавидят школу, и это прям совсем какое-то время тяжелое для большинства людей. И хитрость вот в чем, что на самом деле мы же все страшно любим решать задачи. Это такая врожденная наша любовь, потому что это просто в какой-то момент это было эволюционно сильно выгодно. Те, кто хорошо решал задачи в широком смысле, не в смысле математические задачи, те хорошо выживали. И поэтому, когда мы справляемся с какой-то задачей, когда мы решаем какую-то ситуацию, мы получаем, собственно, дофаминовый кик. В смысле, наша нервная система гладит нас по голове. И там есть одна большая проблема в том, что если задача слишком простая, то мы ничего не получаем от этого. Если мы сложили 2 и 2, как бы мы решили задачу, но никакого удовольствия от этого не получается. И обратное тоже верно. Если задача слишком сложная, и мы с ней бьемся 3 месяца и не можем решить, ты тоже впадаешь в прострацию и как бы никакого удовольствия от этого не получаешь. Поэтому у тебя вот как бы на градиенте сложности задач есть некоторый средний уровень. Задачи не слишком простые, чтобы было скучно, не слишком сложные, чтобы ты впал в апатию, решение которых доставляет тебе на самом деле удовольствие. И проблема-то вся именно в том, что для того, чтобы попасть вот в этот средний уровень для всех людей, которые учатся, разный. И когда перед тобой 30 человек, или 50 человек, или 150 человек, вот эти все уровни для задач у всех разные. Поэтому если ты будешь ориентироваться на какую-то среднюю выборку, то огромное количество людей сверху, им будет просто дико скучно, потому что задачи для них слишком простые. Другому набору людей будет дико сложно, потому что они не понимают, что происходит, они попадают в прострацию. И вот, собственно, вот эти системы, когда максимальная индивидуализация прямо вот до дня отдельного человека позволяют решать эту суперважную проблему, связанную с тем, что раньше просто технологии не позволяли индивидуализировать процесс всего этого образования. Вот это, кажется, самый важный переход, который сейчас происходит, и который происходит прямо повсеместно. И, как мне кажется, он связан с очень важной штукой, он связан с метаданными. И вот про них я хочу поговорить отдельно. Это какая-то вещь, которая страшно меня в последнее время волнует. Вот мой приятель-путешественник Рома, Мусаткинс, который делал дизайн-трек тут, как-то недавно писал в Фейсбуке гневный пост о том, что любой человек, который постит какой-то набор важных данных без метаданных, должен быть проклят и скинут в гиену огненную. Человек пишет дневник о том, как он поехал по какой-нибудь странной стране. И если у каждого из маленьких блочков, которые он описывает, нет каких-нибудь метаданных, которые позволяют классифицировать его как-нибудь, сказать, это про отели, а это про еду, а это про развлечения или еще как-нибудь, то работать с этим контентом абсолютно невозможно. Это очень похоже на то, как вот раньше был такой слитный блок, являющийся математический образовательный год.
Вот разбиение его на маленькие кусочки позволяет строить индивидуальные по этим кусочкам маршруты. И то же самое с контентом в широком смысле. Пока его не побить на маленькие кусочки, с ним невозможно работать. И, собственно, метаданные — это как раз очень важный ответ на то, как все это устроено. Да? Это, собственно, данные про данные. Это способы описывать то, о чем ты говоришь. И это единый стандарт вот этого сейчас будет явно вырабатываться в образовании, и который будет работать как, знаете, такая игра классная Катамари, когда человек катает шарик такой, и на него все налипает. Вот нынешняя образовательная среда ровно так и должна выглядеть, так как у тебя есть огромное количество разных разрозненных блочков, у каждого из которых есть какие-то данные, которые описывают. Он говорит, я блочок про математику, я блочок про устройство митохондрий, а я и видео про устройство митохондрий. И вот, собственно, благодаря этим метаданным и вот системам типа Ньютона, которые умеют строить какие-то важные логические графы по всему этому, появляется возможность строить бесконечно разнообразные какие-то образовательные процессы, которые, как кажется, могут быть значительно ближе и понятнее и адаптивнее к человеку, чем нынешняя ситуация. Потому что вот эта штука про привязанность к жизни, она на самом деле очень важная, потому что все, ну, то есть большинство современных успехов связаны с этим. У самый высокий рейтинг, если сейчас не ошибаюсь, в математическом образовании у Сингапура сейчас самый высокий рейтинг успеваемости. И они почти все строят на практических задачах на ранних этапах, потому что решать задачу, как правильно выработать стратегию игры в шахматы и в шашки, значительно интереснее, чем решать задачу, которая просто выглядит как формула какая-то абстрактная на доске. И, собственно, вот этот подход, когда с одной стороны у тебя есть привязка к реальной жизни, с другой стороны ты умеешь с помощью всяких этих хитрых технологий правильно выбирать теми сложности для каждого ученика, который нужно подобрать, кажется, и может привести к тому, что человек начинает работать на, собственно, врожденном, кажется, в каждом из нас любопытстве, потому что в наших образовательных средах, к сожалению, в большом количестве, как мне кажется, эта штука не используется и выключается просто как за ненадобностью. Любопытство не нужно. И поэтому, собственно, это в первую очередь разговор именно про набор огромного количества кусочков и про метаданных. И такую же штуку делают сейчас, например, с ранним дошкольным образованием компании Transverse Learning Mosaic. А, это продукт, я забыл, как компания называется. Компания как-то по-другому называется. И это очень похожая система. Вот эта система, которая бьет огромный корпус дошкольного образования на маленькие очень блочки. Например, там один блочок — это, например, одна простая игра. Собрать какой-нибудь пазл или один коротенький мультик. Вот это один блочок. И потом она строит сложную систему, где каждому ребенку, в зависимости от того, с какой скоростью он движется и в чем кажется его сильная и слабая сторона, начинает предоставлять какие-то правильные для него образовательные ресурсы, чтобы постоянно толкать его вперед. А с другой стороны, она представляет, у этого как бы есть два интерфейса. Один интерфейс, обращенный к ребенку, и один интерфейс, обращенный к родителю. И у родителей есть тоже собственный как бы дэшборд, где ему показывается, во что ребенок сильнее вовлечен, где у него больше успехов, и как, и в том числе там же встроен как бы небольшой учебник для родителей, где им говорят, как, в какой ситуации вы можете помочь своему ребенку, вот здесь вот подтолкните его сюда, вот здесь вот подтолкните его сюда. И это прям совсем, совсем круто, потому что она позволяет, вот это, собственно, совсем практическая уже штука, вот из всех тех историй, это совсем уже практическая штука, которая позволяет строить какие-то индивидуальные образовательные движения уже на самом-самом раннем этапе. И вот такая штука сталкивается, на самом деле, вот если пытаться применять ее, как бы примерить ее на себя, она сталкивается с довольно большим количеством проблем. То есть вот это как бы решенная задача отчасти, и это очень хорошо. А вот если решать задачу для самого себя, то ты столкнешься с довольно большим количеством проблем, и я, собственно, про проблемы попробую вам рассказать, потому что, собственно, первая проблема, которой, допустим, я сталкиваюсь всегда, это огромные ошибки в тайм-менеджменте. Это прям в какой-то момент вот эта история о том, что образование является какой-то важным твоим занятием, не факультативным и требующим какое-то большое количество сил и времени, она должна совсем крепко укорениться в голове и только тогда сможет работать, потому что
К сожалению, в нынешней ситуации, если неправильно просто физически спланировать все эти истории, то на самом банальном уровне просто тебе не будет хватать времени на все это. Не потому что на самом деле у тебя его нет, а просто потому что у тебя неправильно построена вот навигация по всему этому времени. И, к сожалению, вот все эти образовательные штуки, с одной стороны, страшно много времени тратят, значительно больше, чем кажется. То есть идея взять нахрапом за 30 часов какой-нибудь новый предмет – это довольно хорошая идея, но редко выполнимая. На самом деле все это требует какого-то довольно большого включения. То есть, я не знаю, там, условно, если у тебя одновременно 5 курсов на Курсере, то это будет занимать у тебя, ну, там, не знаю, 3-4 часа в день может уходить на все это, если у тебя какая-то там активная история образовательная включена. И поэтому это очень сильно завязано на формирование привычек, и поэтому, с чем у меня, например, ужасно сложно, и я борюсь бесконечно, поэтому меня страшно удивило количество людей, которые пришло утром, потому что для меня это вообще еще не существующее время, как бы оно просто вычеркнуто из дня. Факт того, что вы все здесь оказались, для меня до сих пор какой-то, я не знаю, близок к либо массовому подвигу, либо массовому помешательству. Я еще пока не определился. И вот, собственно, без этого формирования привычек совсем никуда, и поэтому вот пока всякие крутые компании типа Ньютона не сделали для нас, в смысле людей, которые занимаются самообразованием, нам приходится делать самому и самому выстраивать для себя какие-то цепочки образовательные и какие-то образовательные расписания для самих себя. А сейчас я попробую рассказать, зачем, как, собственно, по какому принципу эти расписания можно строить и по какому принципу, в принципе, можно здесь подходить к этому делу, потому что, собственно, опять же, проблема та же самая. Вот ты сталкиваешься с огромным количеством очень разрозненных знаний, и непонятно, с какой стороны к ним подходить. Я попробую немножко это сократить, потому что, ну, условно, мы заходим на Курсеру, и там есть 2500 курсов. Вот на какой из них кнопочку нажать «Subscribe»? Вставная история. Это одна из самых прекрасных картинок, которую я делал в своей жизни. Это средневековый манускрипт, в который в какой-то момент писарь отвернулся или замешкался, и кошка успела пробежать по нему, предварительно, видимо, зайдя в чернильницу. Это прекрасная иллюстрация для процесса образования. Так вот, чего с этими образовательными штуками? Сейчас у меня чай подсядет. С образовательными штуками хитрость вот в чем. Это на самом деле какая-то ужасно чизи идея, которую страшно все полюбили после того, как... Я только сейчас понял, что это одна и та же идея, сейчас про то, что я буду рассказывать. Про то, как Джобс в лекции, которую все бесконечно перепащивают, рассказал о том, что connecting the dots — это очень важно. А я только сейчас понял, что это то же самое. В чем здесь история? В том, что это вещь, которая бесконечно... пропагандирует Талиб, и абсолютно прав. Эта штука называется реверсивное искажение нарратива. Хитрость в том, что когда мы смотрим назад по пути, который мы уже прошли, то нам кажется он ужасно логичным. Если мы спросим человека, который построил какой-нибудь бизнес, как вы этого добились, в журнал Forbes его спросят, скажут, ну все просто, смотрите, вот я сначала сделал это, потом вот это, потом вот это, потом вот это. И когда ты оборачиваешься назад, твой как бы путь, вне зависимости от того, как мы сейчас считаем, это, не знаю, карьерный путь, образовательный путь или еще какой-нибудь, кажется какой-то прямой связанной линией причинно-следственных связей. Вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. Но на самом деле, если мы смотрим с другой стороны туда, то это выглядит дико хаотичной системой. Если и вот это представление значительно более правильное о том, как все это происходит. Потому что это происходит не в каком-то логической цепочке событий. Вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это. А это происходит такому бесконечному броунскому движению, которое на самом деле завязано на случайности значительно больше, чем кажется. Вот есть такой Y Combinator, да, очень важный стартаперский акселератор, и у них есть крутейший курс про то, как делать стартапы. И там, когда они сначала описывают формулу, как это делать, говорят, ну, формула выглядит так. Вам, короче, нужна классная идея, классная команда, много времени, хорошие наставники, и все это умножить на удачу. А удача – это фактор, который колеблется примерно от 1 до 10 тысяч. Вот такой множитель. И как бы вот разбираетесь. Вот это вот ровно про это. О том, что на самом деле вот в изначальной точке нахождения узнать, какая есть правильная образовательная стратегия, ужасно сложно, если и вообще возможно. Поэтому кажется, что решение здесь такое немножечко слабоумие и отвага. То есть как бы
То есть эти все истории могут выбираться абсолютно рандомным образом, потому что вот это все к вопросу о лабораторной и клеточной химии, потому что вот сейчас ценность междисциплинарных знаний ужасно высока, потому что это ровно тот момент, когда узкие специальные вещи уже настолько хорошо растоптаны и так далеко уже ушли, что вот эти способы наведения мостов между ними и являются прям чуть ли не самым важным и самым приятным. Про наведение мостов. Есть такая прекрасная женщина Ада Лавлас, которую все программисты знают, а для программистов она является иконой для девушек-программистов. Есть даже Ada Foundation, которая занимается промоутированием технического образования среди женщин. И она, собственно, была дочкой Байрона, и она работала с Бэббиджем, и она, собственно, одна из первых сформулировала и придумывала понятие программы, программирования, и написала одну из первых программ для воображаемой аналитической машины Бэббиджа. И она очень правильно говорила, что воображение — это всего лишь способ рекомбинации вещей, и что чтобы создать что-нибудь новое, это просто нужно закинуть себе в голову кучу разных штук, перемешать пару раз ручку, и там какие-нибудь образуются новые связи. Вот кажется, что стратегия образовательная может быть построена абсолютно по такому же пути, потому что вот этот способ, то, что мы видели на Ньютоне, или то, что можно устраивать себе самому, просто случайно выбирая направление, вот эти броуновские движения позволяют тебе просто собрать огромное количество разных, очень разрозненных фактов из разных сред, чтобы потом у тебя в голове построились между ними новые мосты, и шанс того, что эти мосты будут новые и никем не виденные, очень высокий. История вот в чем. В общем, все очень долго говорили про образование и пришли к тому, что учебники — это фигня. И учебники, сделать цифровой учебник не так-то и сложно. Это обычный учебник просто с видео. Это я условно говорю. А круто делать образовательные среды. Образовательные среды — это ситуация, где тебя подталкивают, тебя мотивируют, вы можете общаться, вы можете решать вместе одни задачи, у тебя построен маршрут, маршрут может строиться либо ты сам, и тогда выбор как бы у тебя бесконечный, и кажется, что нужно просто напролом идти и выбирать случайно вот это, вот это, вот это, вот это. Либо может строиться какими-то сложными системами построения онтологии, вот типа Ньютона, которые с помощью анализа огромных количества данных умеют уже по-серьезному, не вот на таком любительском уровне, который я описываю, выбирать какие-то маршруты между очень маленькими кусочками контента. А маленькие кусочки контента возможны только тогда, когда мы побили наши огромные куски знаний на какие-то небольшие отрезки, написали для них метадату, и тогда между ними можно навигировать, их можно соединять, и с ними как-то можно работать. Вот, кажется, построение вот таких сред, и кажется, и такие среды уже возникают, конечно, там условно Khan Academy — это такая среда, просто очень зачаточной стадии, или такой средой пытается, там, например, стать, как же это называется, класс... Игра, которая Warcraft только для класса. Classcraft она называется, конечно же, если она игра только для Warcraft для класса. Которые пытаются вот как-то всю эту среду замешать в один какой-то большой бульон. И сейчас ситуация будет, как мне кажется, такова, что все будут пытаться прийти к каким-то одинаковым форматом для вот предоставления этих маленьких кусочков контента, чтобы потом всем можно было делиться этими контентом и строить какие-то огромные, длинные, сложные маршруты по всему этому контенту, потому что на самом деле образовательного контента немыслимо уже наделано, и сейчас самый важный вопрос, собственно, построение онтологий, выбор пути и навигирование по всему этому штуку, с которым все и будут сейчас работать. Так, давайте вопрос, это какой-то был ужасно сбивчивый рассказ, я страшно собой недоволен, простите. Спасибо. У меня будет два вопроса. Первый связан вот с той идеей, которую вы сказала, Ада. Да? Что сейчас делать, ну, скажем, молодому человеку, чтобы рекомбинировать, или девушке, да, рекомбинировать все это? То есть, условно говоря, залезть на Курсеру и там читать что-то, надеясь, что потом его озарит? Или все-таки нужно приблизительно какой-то маршрут с помощью кого-то все-таки разработать? Первый вопрос. Вот. И второй вопрос. Мы знаем, что дисциплинарные так называемые данные, они очень ценятся. Да? То есть математик, он математик и так далее. Биолог, он биолог. А междисциплинарные данные, они могут как высоко взлететь. Вот, например, сейчас очень нужны люди, которые, ну, условно говоря, знают английский и бухгалтерию, и там еще могут это все в картинках показать и так далее. Да? А в какой-то момент они теряют свою ценность, потому что либо сегмент ушел. То есть те же самые цифровые учебники уже не нужны, значит, не нужны люди, которые их делали. Да? И так далее. Так вот, вопрос, насколько... скажем, не то чтобы полезно, не то чтобы, может быть, можем хорошо монетизировать, но тем не менее, насколько выгодно вот именно такие междисциплинарные узкие мосточки наводить? Спасибо.
Ага. Кажется, что эта история на самом деле про риски, и кажется, значительно более рисковая ситуация, чем кажется. Потому что ты правда ставишь на какую-то случайность, что надеясь, что вот перемешав какое-то большое количество ингредиентов, у тебя в конце кажется, что-то получится. И это действительно, как мне кажется, значительно более... Ну, это очевидно более рисковый шаг, потому что есть какие-то протоптанные тропы. Как стать инженером? Вот так стать инженером. А как стать, я не знаю, проектировщиком цифровых сред? А никто не знает. Тебе придется перемешать в голове твое огромное количество штук и надеяться, что в конце концов это к чему-нибудь приведет. Ну, кажется, что это история про фидбэк. Как бы пробовать, не получилось, следующее, не получилось, следующее, не получилось, следующее, а потом отчаяться, и все, и жизнь закончилась. Это так, средний путь. Либо все получилось, и все классно. Но на самом деле история про наведение мостов, она же про построение паттернов, и здесь как бы отдельная история о том, что кажется, что это просто такой навык, который, с одной стороны, раскачивается, видеть связи в неочевидном и связывать какие-то вещи в одну канву. И с другой стороны, кажется, что у всех у нас немножко изначально разные, есть какие-то совсем люди в этом ужасно приспособленные к этому, а есть люди, для которых это какая-то неприятная история, и это отдельная история. Поэтому кажется, это ужасно рисковая штука. Ну, значительно проще идти по дороге, которая понятна, как тебе сделать. Я каждый раз, когда я, не знаю, подписываю какой-нибудь новый, устраиваюсь на новую работу или что-нибудь, я слышу голос своих родителей, которые говорят, вот, знаешь, дизайн, конечно, классно, нужно какое-нибудь нормальное образование, серьезно. Мне кажется, они до сих пор надеются, что я нормальную какую-нибудь работу найду. Но там, не знаю, банкиром, ну чем люди нормальным занимаются, вот, человеческим. Поэтому, не знаю, вот мне кажется, вот то, что мы видим сзади, это паттерн Тьюринга, и вот так вот это выглядит. Вот ты так пошел, у тебя здесь тупик, ты такой, не, сюда не надо, пойду дальше. Такой, здесь тоже тупик, а, сюда тоже не надо. И так бесконечно по какому-то сложному лабиринту бегаешь, и в конце концов, может, что-нибудь получится, может, ничего не получится, я не знаю, гарантии ноль. Весело главное, чтобы было, мне кажется, в процессе. У меня единственный способ. Главное, не скучно зато. Так, еще вопрос. Да, привет. Спасибо привет. За лекцию. Мне кажется, она, да, немножко такая сбивчивая, но очень обаятельная была. Правда. Так, окей. У меня вопрос про физическую образовательную среду, потому что у меня детский сад, и для меня очень важно, как это не только вот в интернете, в каком-то электронном формате строится, но вот как, на твой взгляд, это должно быть... в таком, в реальном мире вот эта образовательная среда фигурирует. Ага, я понял тебя. Знаешь, есть в Голландии проект, который делает школы, в которых нет никакого устройства у детей, кроме iPad. У них, в принципе, школы, там нет тетрадок, книжек, ничего нет, просто есть какой-то набор помещений и дети с айпэдами. И это сначала выглядит как абсолютно абстрактная, заумная идея, но это приносит дикие результаты. Сейчас там 20 школ уже по такому принципу устроено. В чем большая хитрость, в чем большой плюс всего этого? В том, что как бы у тебя границы школы очень сильно, и границы, я прости, что сейчас про школу говорю, ужасно сильно размываются, и как бы они не заканчиваются, когда ты выходишь за дверь. То есть есть какая-то среда, на самом деле, в которой вы как-то вместе делаете задания, все вместе общаетесь. И когда ты вышел физически за дверь и закрыл дверь, то вы все равно продолжаете все это делать. Это какая-то бесконечная история взаимодействия. Он что-то нашел новое, такой, ой, смотрите, я вот видео про это нашел. Говорит, а я вот это прочитал вот здесь. И это какая-то бесконечная коммуникация и набор знаний, потому что кажется, что вот какое-то совместное... Всего этого потребления значительно веселее и интереснее, чем индивидуальное. Поэтому, не знаю, я видел примеры, вот, например, такой... знаешь, у них есть какое-то свое, собственно, голландское название, но длинное, я боюсь забыть. Если ты мне напишешь, я найду тебе этого человека, который, собственно, все это устроил. Он ужасно обаятельный и живой, очень много про это рассказывает и приглашает туда, можно съездить в эти школы и посмотреть. Так что один из примеров вот такой, например. У них еще есть виртуальные дворы. Там вот, ты можешь как бы не просто зайти в какой-то чат и, там, или в какую-то среду и там что-нибудь запустить кому-нибудь на стену. Там реально есть как бы трехмерный школьный двор, в котором ты можешь находиться как игровым персонажем и там еще уже из дома со всеми общаться. В общем, там довольно хитро все это устроено и по-своему очень, очень обаятельно. Поэтому может быть так, может быть не так, не знаю. Я не знаю, как для дошкольного. Кажется, надо больше руками делать что-нибудь, да. iPad вряд ли можно помять. Или... Простите, да. Утро доброе. Я здесь.
Привет. Меня зовут Ангелина. У меня вопрос тоже про физику, больше, но про физическое пространство. Вопрос в том, про наведение мостиков, про междисциплинарные штуки. Смотрите, или смотри. В общем, есть у нас, допустим, информация том А, есть том Б. А я вообще про то, какая между ними связь. И когда я выдаю человеку эту связь, нужно ли мне давать исходную информацию, то есть то, что содержится в томике А и в томике Б, или мне только дать ссылку ему и сказать, ты вот это сначала почитай, потом почитай вот это, а потом придешь, и мы с тобой обсудим, какая между ними связь. Или мне надо самой ему разжевать, ну, дать то, что есть в томике А, в томике В, а потом сказать, ну и что? Кажется, что работа с первоисточником ужасно важна. Отдельный вопрос, что является первоисточником, потому что, к сожалению, так как способно привести к бесконечной какого-то рекурсии, и ты будешь искать источник источника, который источник, источника, 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 и в конце концов ты просто пошлешь человека читать Аристотеля или что-нибудь. Это, ну, как бы, это, на самом деле, это вопрос времени, я понял ответ, это вопрос времени. То есть представим, что есть какой-нибудь... сколько публикуется научных работ по какой-нибудь теме в день? 300. Как их можно физически все прочитать? Невозможно. Поэтому если ты просто отправишь читать источники всего о том, что говорят, это невозможно. И абсолютно точно должны быть какие-то механизмы переработки информации в удобоваримую форму, чтобы потом уже работать и хотя бы условно те же самые метаданные, условно... Вот это про это про это, это про это, это про это. Если тебе важно вот про это, прочитай про это подробнее. Но все в принципе физически невозможно читать, поэтому... Кажется, что да. Потому что ну, я не представляю себе, как можно прочитать, не знаю, все книжки по теме. Это какая-то... Поэтому существует список литературы, потому что все книжки по теме невозможно прочитать, и нет ни одного человека, который прочитал все книжки по теме. Поэтому это, собственно, вопрос про специализацию. Простите, да? Привет. Я здесь. Привет. Меня зовут Аполлинария, и, в общем, у меня такой вопрос. Ты заинтриговал, но так и ничего не сказал про видео, которые были в самом начале. Про что, про что? Про видео в самом начале. А, да, прости, пожалуйста. Так все понятно же, нет? Нет, я понимаю, что ничего не понятно. Ну, просто было обещано. Нет, все правильно, спасибо большое. Это неудачная шутка, про все понятно. Видео про то, что вот когда мы вот говорим, что мы строим модели какие-то все время в голове, да, для любого процесса у нас есть модель, вот. Здесь кажется, что вот так устроено, здесь кажется, что вот так устроено. Тут мне кажется, что там большая очень смена какого-то угла зрения состоит в том, что вот модели, которые мы строим, выглядят не как блок схемы, к которой мы привыкли, как не знаю, раньше выглядела модель. Точка А, точка Б, точка С, точка Д. И здесь блоками как-то все это соединено. И какой-то прямолинейный путь. То кажется, что современные модели выглядят как вот те вот странные образования, с которыми мы имеем дело. Это какие-то разрозненные, живущие по совсем другим законам системы. И что на самом деле... Вот так вот должны выглядеть как бы системы, в принципе, с которыми мы работаем, там, не знаю, образовательная среда. Это какая-то нелинейная штука, в которой есть точка А, точка Б и точка С. Это какой-то очень сложный живущий организм, в котором есть куча разных связей. Вот я про что. Это понятно или совсем непонятно? Ну, я думаю, что я более-менее успевала следить за своей мыслью. И второй вопрос, ну так, по фану. У нас просто тут на наклеечках вопрос, чтобы мы хотели, чтобы нас написали в некроблогах. Ой, простите. Некроблоги, класс, спасибо большое. Ну только 21 век, чё? Так, я первый делаю сервис некроблогов. Не успеете сделать. Мне кажется, была бы отличная статья. Ну, в общем, ты понял, что хотел, чтобы написали о тебе. Не знаю, это очень сложный вопрос. Надо над ним подумать. Да, у меня нет, на самом деле действительно у меня нет ответа. Как бы, что должно быть написано у физика на могильной плите? Он открыл последнее уравнение физики, физика закончилась, физики больше нет. Он сделал последнее уравнение физики. Больше физики не нужны, спасибо большое. Что должно быть написано у врача? Он вылечил всех людей. А что должно быть написано у меня? Я не знаю, что должно быть написано у меня. Кажется, недостаточно. Было красиво. Было очень красиво, да. Не знаю, мне кажется... Возможно, да, было бы неплохо. Не, мне кажется, на самом деле, это как бы это вопрос про систему ценностей, да? Мне кажется, сейчас какая-то самая интересная для меня штука — это про образование, потому что, ну, невозможно вот это... У меня была какая-то иллюзия, что можно одному все сделать, сидишь, 20 часов работаешь, и как бы сам все сделаешь. И сейчас кажется, что это абсолютно не так, и одному абсолютно ничего невозможно сделать, и это, собственно, вопрос про образование. Если кому-то что-то, кого-то к чему смог подтолкнуть, то все, зашибись, уже хорошо, как бы дело сделано.
Половина дела уже сделана. Так что да. Мне должно быть написано, кого ни к чему-нибудь подтолкнул. Угу. Я придумал. Так, еще. Вопрос, получается, лучше отвечать, чем говорить сегодня. Я здесь. Привет. Меня зовут Оля. У меня такой вопрос. Очень интересно. Прости, пожалуйста, зачем я потратила полчаса своего времени сейчас, да? Нет, прости, это у меня в голове. Все очень близко, все, что ты говоришь. Но вопрос в том, а, собственно, зачем это новое образование? В чем цель его? Потому что ты сказал, что есть вот эти конструкции, да, которые строятся новыми системами, но и они ведут к какой-то цели. Вот для меня вопрос в цели. Окей, но кажется, что цель, в принципе, если как-то совсем абстрактно говорить, то есть никак не отвечать, цель просто улучшить систему образования. Если попытаться объяснить, развернуть эту идею, что значит улучшить? Просто кажется, что в нынешней ситуации сформировался большой разрыв между системой образования и реальным миром. Кажется, что... Да не про это? Кажется, что эти две стороны. С одной стороны, зачем это человеку то, что такое образование ему приятнее получать? Как бы оно просто интереснее, эффективнее, если так можно сказать про это, про образование. А второй вопрос, это, в принципе, твой вопрос, в принципе, зачем человеку получать образование? И как бы у меня нет на него ответа, потому что это весело, наверное. А это, собственно, более эффективная просто штука. Вот, собственно, абсолютно разговор про то, что ты можешь все время находиться в области тех задач, которые тебе интересно решать, и как это быстро перемещаться между ними и искать нужные тебе куски контента, это просто значительно интереснее и приятнее, а значит, эффективнее процесс. Вот только по этому поводу. Собственно, про последний вопрос по теме. Вы больше говорили о процессе, да, образования, но образование, как часто, заканчивается некими экзаменами и системой оценки. И если существуют индивидуальные пути, да, они как-то должны не так, как раньше, стандартизированно оцениваться. И вот в этом смысле какая происходит оценка? Либо это сущая правда. Универсальное понятие какой-то эффективности на своем пути, либо это просто личный успех, что-то такое. Ну, смотри, здесь как бы есть два ответа. С одной стороны, с моей стороны, я просто, у меня как бы для меня всегда любые отчетности и бумажки не существовали. Мне всегда было непонятно, зачем мне нужно доказывать кому-то, что я что-то знаю. Но если я знаю, я знаю. Это не про этот разговор. Это разговор о том, что вот в этой ситуации это решается тем, что у каждого блока есть своя ценность. Как бы, что вот ценности представляют собой не весь курс, не то, что ты закончил курс и получил 5 очков. А каждый маленький блочок является собой маленькую ценность. И ты просто должен набрать количество баллов в конце. Например, это так устроено. И вот ты прошел маленький блочок про что-то, потратил на него 14 минут, это дало тебе 30 очков. Решил 3 задачи, это дало тебе 12 очков. И ты получил в сумме 42 очка за это. Это абстрактно говоря. И вот ты проходишь все эти блочки, и в конце концов получаешь... Там все равно же они какой-то целенаправленны. В конце концов, например, ты должен сдать экзамен по биологии, и тебя к нему допустят, если ты набрал всего в сумме 800 очков. Вот так условно. Это вот на практическом уровне так решается. Один вопрос. По твоему выступлению понятно, что образовательная среда — это достаточно новое явление, которое требует большого... части больших технических приспособлений, не обязательно. При этом у меня возникает вопрос, все-таки тогда это образование, оно для всех или только для тех, кто имеет возможность получать эти знания? Поскольку, например, условно дети в Африке не все обеспечены такими возможностями, как дети в Голландии. И тогда, опять же, момент, как получать его, если это все-таки образование и всем. Угу, и цель образования в том, чтобы каждый мог позволить себе эту образовательную среду. Да, ну просто кажется, что как бы мы сейчас выбираем же с тобой не между отсутствием образования и вот этим образованием. Мы выбираем, например, между традиционным и нетрадиционным, и вот таким, например, подходом. И просто в вопросе денег кажется, что чуть ли не это значительно эффективнее. То есть, условно, вот эти школы, которые в Голландии существуют, они тратят меньше денег на год существования, чем обычные, просто потому что им не нужно учебники, тетради и вот это все. И кажется, что вот в этом современном мире, где экспоненциально дешевеет любая технология, значительно дешевле... И реальнее ситуация, когда у вас есть какие-то цифровые штуки, чем какие-то книжки, которые вы сдаете. Я все понимаю, но мне это как раз не выбор, традиционный, нетрадиционный. Все-таки мы же эти среды создаем для того, чтобы в итоге понять, что это лучше, чем традиционное образование. Ведь так? Или все-таки надо еще поспорить? Не-не, мне кажется, конечно, это лучше, но просто это к тому, что это лучше и финансовые штуки. То есть ты задаешься вопросом, а как это обеспечить?
то этот вопрос решается проще, чем как обеспечить всех учебниками, например. То есть кажется, что это образование в том числе и более доступно. Именно вот, вот какой ответ. Что кажется, оно действительно более доступно, просто что оно на других технологиях, тебе не нужно фуру учебников кому-нибудь вести. Вот я про что. Ну и все эти истории про $99 ноутбук и все вот это. То есть кажется, что это просто проще устроить, чем книжки всем привезти. Да. И прости, пожалуйста, еще один очень важный пункт. Хороших учителей. Эта ситуация позволяет тебе, любому ученику, иметь доступ к лучшим учителям в мире. А возможность привезти в отдельную маленькую деревню лучшего учителя просто физически невозможно. Да, но такое явление в мире, как техническое неравенство, мы тоже не можем исключать. Оно есть. Есть люди, которые имеют возможность, то есть просто экономическая ситуация, да, в мире. Она такая... Но я ровно про то, что в экономическое образование, как бы то, что мы называем традиционное, дороже, в конце концов, на круг выйдет, чем вот это. Поэтому эта штука как раз старается уменьшить, кажется, неравенство, чем увеличить. Спасибо. Спасибо большое, что пришли. На самом деле я здесь, и если чего-нибудь нужно еще спрашивайте.